Доброго ранку всім, хто ще не приєднався до нас. Програма «Новий день» спеціально для вас. І сьогодні у світі відзначається День домашніх тварин. І ви знаєте, як сказав Антуан де Сент-Екзюпері, що ви у відповіді за тих, кого приручили. Але, на жаль, в наш час небагато, не всі, вірніше, керуються цим висловом. І дуже багато людей, тварин у нас, які в поганому такому переважають ситуації. І про це ми будемо говорити з нашою гостею Світлана Меделян, голова зоозахисної громадської організації «Фенікс». Доброго ранку, Світлано. Дякую, що завітали. Я з вами спілкуюся перший раз, да? І хочеться трішечки історії про вашу організацію. Коли вона була створена? У 2013 році, так, здається? Як вона працює? Хто входить в цю організацію і чим ви займаєтесь? Для тих, хто ще не знає. Создана наша организация 2,5 года назад, в 2013 году. Начали свою работу мы еще весной, но официально зарегистрировались 16 августа 2013 года. Собственно, у нас есть активные волонтеры, это костяк нашей организации, которые постоянно с первого дня, ну, возможно, не с первого, но они очень активны, они участвуют в разных проектах и сами придумывают проекты. Помимо этого, они лично спасают животных, как бы. Это небольшая группа людей. Но помимо этого есть большое количество людей, которые неравнодушны, которые помогают время от времени. Есть волонтеры постоянные, которые по возможности помогают. А есть люди, которые вот, ну, в зависимости от возможностей помогают. Это просто граждане Николаева, наши горожане, люди, которым не безразлична проблема бездомных животных, которых волнует этот вопрос, вопрос большого количества бездомных животных и вопрос того, что они страдают все-таки на улице города, они попадают под машины, их травят, их бьют, они болеют, они голодают, холодно, как бы все эти проблемы, з якими ми сталкиваємося, собственно. А яким чином ви допомагаєте? Попадає животне якесь в біду, там, допустим, машина збила. Наші волонтери виїжджають на місце, забирають животне, веземо в клініку. По возможности просим, там, если это кто-то посторонний, ну, как не из нашей организации сообщил просто о животном, тогда мы просим, чтобы помогли, как-то поучаствовали тоже в судьбе животного. Таким образом, собственно, к нам и притягиваются люди. Человек, который один раз уже помог животному, он хотя бы периодически, но будет участвовать в жизни, да, других животных тоже. Скажіть, а яка подальша доля цих твариночок, яким ви допомагаєте? Вылечили животное, стерилизовали, либо кастрировали и пристраиваем в хорошие ручки. Если есть такая возможность, если двор положительно относится к животному, животное не агрессивное, тогда после лечения мы можем выпустить его на прежнее место обитания. Но все зависит от того, во-первых, что это была за болезнь и может ли животное жить на улице после лечения, либо, ну, вот то же самое, что жильцы принимают ли это животное в своем дворе. Тобто я зрозуміла, що но ви максимум ми перестраиваємо. Так, от ви виліковуєте тваринку і потім повертаєте, наприклад, живе вона там на вулиці Енні, і її годують ті мешканці, які не проти, так, щоб вона там жила. От вони, ну, її підгодовують. В таких случаях є опікун, куратор, который отвечает за это животное, ну и кормят, как правило, в таких случаях все жители двора, потому что, ну, после болезни мы стараемся не возвращать, это уже когда люди сами говорят, что верните, это наша собака, наша любимица двора, мы хотим, чтобы она была с нами. Вот. Если животное попало к нам на лечение, тогда, как правило, оно уже дальше поедет в свой новый дом, либо будет сидеть на передержке до тех пор, пока этот новый дом не найдется. Ну, буквально процентов 10-20 животных возвращаются обратно на улицу после лечения. Вертаются. Ну, це, в принципе, довольно активно, так, разбирают? Не, ну,
активно все время, в любом постійно, случае. Так? І я навіть знаю, що і за кордон, за кордоном ви такий приют кішечкам, собачкам. Розкажіть про це, будь ласка, як люди на вас? Є, да, така практика. Иностранцы из разных стран, собственно, берут у нас животных. Это, я не могу сказать, что это как поток какой-то людей, что у нас очередь стоит. Нет. Это время от времени появляется человек, который увидел просто в социальной сети историю животного. Mm-hmm. Его эта история тронула, где-то там в сердце защемило, и человек просто говорит, я плачу все оформления документов, все сделаю, только дайте мне это животное, перешлите его мне. Ну, собственно, вот так вот пересылаем. Ну, кошечек нет, не было. Одна или две буквально были. А собачек, да. Я читала одну теж таку схожу на вашу зоозахисну організацію, і там писали, що переважно породи з тих собак, кішок забирають. Це міф чи все ж таки от більше плюсів у таких? В любому случае, к сожалению, у нас в обществі сложилась така тенденція, що мода. Угу. Мода на породистых животных. И на породистых животных всегда есть очередь. К сожалению, эта очередь не всегда ответственных людей, не всегда тех, кто готов действительно взять на себя ответственность за живое существо и вести его по жизни. Лечить, делать прививки, ухаживать, кормить достойно, выгуливать. Но, тем не менее, да, как бы породистых животных очень быстро забирают. Но забирают также и беспородных. Якщо добре серце, так, у людей, то скажіть, будь ласка, а є такі випадки, коли от не безхатченки тварини, а от люди самі звертаються до вас, щоб віддати свою тваринку? Ну, от багатьох там народжується 5 кішок і не знають, що з ними робити. От можна до вас звернутися з таким? Очень часто таке происходит, но, допустим, котят, щенков ми не беремо на себе. У нас даже правило в группе есть, что котята, щенки от домашних животных мы не размещаем в наших социальных сетях такие объявления. Размещаем только при одном условии – после записи на стерилизацию животного, собственно. Мы против категорически бесконтрольного размножения, когда люди не знают, куда девать этих животных и обращаются к другим людям, которые занимаются беспородными животными, которые, ну, как бы проблема им, и этими животными некому заниматься, и у нас просят помощи. Ну, как бы вы тогда стерилизуйте свое животное, чтобы не было у вас такой проблемы. Взрослых животных пристраиваем. Есть у нас тенденция, очень часто люди сталкиваются с разными обстоятельствами, с вами в жизни, когда приходится там другой раз породистая со всеми регалиями, там родословная, очень серьезная, но у людей какая-то там ситуация, и они пристраивают такое животное. У нас в группе можно размещать такие объявления. Всякое в жизни бывает, но главное, что люди стараются пристроить, а не выбросят на улицу, потому что на улице так же самое мы находим породистых животных, и котов, и собак, ротвейлеры, овчарки, йоркширские терьеры, ничего себе, да. Персидские, британские, веслоухие коты. Это большая проблема, поэтому как бы со взрослыми мы помогаем. С щенками, котятами после стерилизации. Зрозуміло. Дійсно, проблема таких безхатченків домашніх тварин – велика проблема. Скажіть, але ж це, напевно, проблема людей. І в мене таке питання, як скоротити чисельність оцих бездомних тварин на вулиці? Зверніться до людей, будь ласка. Сократить численность можно только комплексной программой. Это нельзя сделать только там, если вот за один день, вот мы просто уберем, представим, что нету собак бездомных и кошек на улице, они все равно появятся. Есть несколько, ряд проблем, из-за которых, собственно, у нас есть бездомные животные. Это стерилизация бездомных животных постоянно, чтобы на улицах города не было этих бездомных животных. У нас работает коммунальное предприятие, Центр защиты животных, 1588, либо 47-21-93, можно звонить, оформлять заявку, ловцы предприятия приедут, отловят собаку на стерилизацию кошек, можно обращаться в нашу группу, мы организовываем сбор средств и стерилизуем.
домашние животные. Это источник бездомных. У нас раньше не было, собственно, бездомных собак, кошек на улице. Их отстреливали. Их просто не было. Но они откуда-то же взялись в итоге, что у нас сейчас такая проблема. Это домашние животные, это бесконтрольное размножение. Стерилизуйте своих животных, если они не предоставляют племенной ценности. Если у вас нет возможности проконтролировать, причем ответственно проконтролировать путь, куда они дальше пойдут, вы должны знать наверняка, что это ответственный человек, которому вы отдали котенка или собачку, что он не выбросит на улицу и точно так же ответственно пристроит потомство уже этого щенка-котенка. Світланочка, і хочу закінчити майже на позитивній ноті. От у нас ви фото нам приберегли, на якому показано, що було з тваринками до і після. Я прошу режисерів показати зараз фото, а і трішечки ваших коментарів про долю цих тварин. Не поспішайте. Ось дивіться, в якому жахливому вигляді були до і... Ну, це підопічні міні-приюта. На самом деле, тут история очень большая у каждого животного, и рассказывать о каждом нужно уделять очень много времени. Основная часть этих животных уже находится в своих домах, в семьях, уже пристроены и живут счастливой домашней жизнью. Некоторые еще находятся на передержках у волонтеров. Как бы некоторых можно, если зайти в наши группы в социальных сетях, можно все-таки увидеть, и если у вас есть желание забрать к себе домой. Боже, такі фото, дійсно, як було і як сталося, але нема нічого неможливого, можна врятувати, допомогти. От зараз нас дивляться глядачі, і може хтось вирішив теж брати участь і допомагати. Що, тобто, яка це може бути допомога? Грошова, можна на перетримку додому взяти тваринку, так? От, і що ще? Транспорт – актуальна проблема, перевозити животних із одної точки в другу. Элементарно просто в социальных сетях размещать объявления, взять кураторство над каким-то животным и размещать эти объявления в социальных сетях, там на порталах разных, интернет-досках, пристраивать этих животных. Быть волонтером, выезжать на вызовы, если животному какому-то необходима помощь. Это все актуальные такие насущные проблемы. Ну, помимо этого, нам всегда необходимо печать продукции, там, если у вас есть возможность распечатать там какие-то листовки наши, мы рады. Теплые вещи нужны, корма нужны, лекарства, там, может быть, какие-то остаются дома в аптечке уже без надобности. Нам всегда пригодится все, и ветеринарные, и человеческие в том числе. Я зрозуміла. Дякую, Світлано. Давайте будемо добрішими і допомагати нашим бездомним тваринам, тому що вдома у нас такі вихованці, да, ситі, в теплі, а отакі, ми бачимо, тваринки потребують нашої допомоги. І я дякую вам, що ви знайшли час, завітали. У нас була в гостях Світлана Меделян, голова зоосисної громадської організації «Фенікс». Приходьте до нас ще, діліться своїми успіхами, і ми вам бажаємо більше ще прилаштувати таких тваринок.